Анонс и точная дата выхода 11 серии нового турецкого сериала «Пробуждение. Великие сельджуки». 11 серия сериала выйдет в эфир 7 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как стало известно о том, что Юргос похитил Турну и Сенчер, сразу же направился к тому, кто знал, где может находиться этот предатель. Сенчеру удалось узнать местонахождение Юргоса, который хорошо подготовился к его приезду. Так сложились обстоятельства, что Мелек-Шах попал в коварную ловушку. Враги его ждали и считали, что смогут легко в этот момент расправиться с султаном. Но их догадки были напрасными. Никто не захотел учесть того факта, что Мелек-Шах всегда был прекрасным воином, и ему никогда не страшен враг. В какой бы ситуации он ни оказался, Мелек-Шах всегда давал достойный ответ своим соперникам. В этом жестоком бою было довольно много убитых и тех, кто просто получил ранения. Только вот среди раненых оказалась и Турна, которую сразу же поспешили доставить в лазарет. Врачи начинают прилагать все усилия для того, чтобы спасти девушку. Предводитель напавших на султана никак не ожидал такого отпора. Он собрал своих приближенных, а затем уехал, оставив многих солдат умирать. Юргос понимал, чем в итоге для него может обернуться то обстоятельство, что пострадала Турна. Ее жизнь подверглась серьезной опасности. Напомним, 11 серия сериала выйдет в эфир 7 декабря. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.